Team Sonic Racing! И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. На связи с вами ваш Альберт Вескер, он же доктор этот работник. И сегодня мы продолжаем проходить уже 10-й сюжетный эпизод по Team Sonic Racing. В предыдущий раз у нас жуткая рожица Тейлса была. Сегодня я не знаю, что придумаю, но что-нибудь да придумаем. В прошлый раз именно по стриму, имеется в виду, что я записываю вот это видео уже после нашего субботнего стрима, мы с вами начали уже перепроходить карты, которые проходили на сюжетках. Что-то делать, что не доделать. Поэтому предварительно мы с вами давайте-ка сразу заглянем в мод капсулы. Заберем все необходимое. Ну, чтобы уж было все наверняка. Все хорошее, все вкусненькое. То мало ли сейчас пойдем по сюжету, а нам чего-то будет не хватать. А так хотя бы все будет здесь. Неплохо, не легендарный. Может, устроим легендарное Родео? Настолько всего понакопилось, вот этих всех модных капсул. Легендарные ночные шины рук. Неплохо. Ракеты. Ну, давай. Легендарные прочные покрышки. Для Соника. Дополнительное ускорение. Это неплохо. Можно будет применять. Легендарные импульсные покрышки. Что-то они легендарные колеса попадаются на одни. Как странно. Волосная коробка. Еще одна. О, супер захват. Вот это то, что на пару понадобится время применить. Кредиты. Ваша награда. 45 кредитов. Видимо, игра сказала, все, у меня уже нечего тебе давать. Те же кредиты. Ладно. Получим ускорение. Ну. Легендарные сказочные крылышки. Даже летающая сфера стоит. Бонусная коробка. И последний. Еще кубы. Этих кубов столько, что не разберешься. Давайте посмотрим, что у нас есть. В принципе, мы можем знать, что сделать. Руж поставить легендарочки. Если не дойдет, лучше уж ее сделать. Давайте тогда дополнительные легендарочки. Тем более, она у нас полностью открыта, как видите. Тут у нее стоит эта легендарка. Здесь. Турбо. Хороший капот, но максимальная скорость пойдет. Не знаю, мне кажется, вот такой вариант лучше. А что вот случится, если я ничего не поставлю? В принципе, ничего не поменяется особо так-то. Так. А по Эми у нас что? По-моему, по ней у нас тоже все фактически открыто. Почему мне залог? Не Эми, пожалуйста. Вот. Совершенно другой разговор. Можем сделать и, в принципе, такой же вариант. Полный апгрейд золотой. Правда, ей вот это больше идет, но... Можно, конечно, ей управляемость повысить, защиту тоже укрепить. Ускорение, турбо. Максимальная скорость, конечно, но ускорение будет повышенное. Тут управляемость. Тут как бы оптимальные настройки можно ей сделать. Так. Можно защиту пренебречь, но турбо и управляемость будет повышенная. Я хочу сделать ей какой-то там оптимальный вариант, который особо не влияет ни на что остальное. Защиту, ускорение тут повысить. Ну, ускорение будет повышено. Можно вот так тогда сделать, да. Потому что хочу сегодня с Эми погонять. Наверное, еще давайте Тейлса возьмем. Доктора, конечно, тоже, но ничего прекрасного.
На Tails тоже много чего открыто. В принципе, на колеса на него никак не влияет, поэтому колеса поставим. Фары, максимальная скорость упадет. Вот это никак не влияет на максимальную скорость. Это на защиту, но на турбо уменьшает и управляемость. А это наоборот повышает, я даже сказал. То есть и так повышено будет, только защита разная. В принципе, он техник, его защита хрен сдалась. Турбо будет только пониженная. Вот это тогда давайте ускорители поставим. Вот, полноценный золотой Майлз Тейлз Прауэр. Идеальный вариант. Чистое золото. А главное, поскольку у него машина изначально всегда была. Такой золотого оттенка, в принципе, не страшный. Так. Что ж, давайте отправимся в командное приключение. И погнали. Так, значит, смотрите. Мы с вами вот на стриме брали вот эти две карты. Одну прошли успешно, но там как бы делать нам не нужно. А вот здесь у нас сегодня ждет этап 6-5. Командная гран-при. Висп Секрют. Зеркально. Бинго-пати. Зеркально. Бухаус. Зеркально. Хайден Волкана. Обыкновенные. Знаете, кого я возьму? Там, где бухач, мы всегда берёмся всегда только одно усатое чудо, пушистое чудо наше. Займите первое место по итогам гран-при. Это несложно. Выполните одно из условий выше, чтобы получить один из ключей. Сделайте так, чтобы кто-то из вашей команды занимал первое место в каждой гонке. Собирайте кольца в гран-при минимум 225, считается по количеству колец в конце каждой гонки. То есть главное, чтобы мне в двух гонках свыше 120 было, ну, 115, и считайте готово. То есть в среднем мне нужно тогда, получается, с каждой гонки минимум 50 колец держать при запасе. Ну, то есть, смотрите, даже нет, не 50, 60. 60 колец в запасе. 64, 24, то есть 240. То есть, по сути, больше. Ну, главное, чтобы было 60 колец на финале на каждом. И тогда все будет шикарно. Что ж, не будем пренебрегать прекрасным правилам. Погнали. Не могу отделаться от дурного предчувствия. Не отделывайся, Сильвер. Тут у нас за тебя справится шикарное усатое чудо. Давай, усатое чудо. Так, поскольку он у нас механик, и это командная гонка, давайте посмотрим, что у нас есть. Увеличит мощность ускорителей, что и так хорошо, как бы. То есть на каждой трассе у нас будет по 4 ускорителя, и мы тем самым будем занимать первые места. Продлевается командная суперсила, это хрень чертова, в ней смысла нету. Дрифты, автоматическое ускорение на старте, полезно, но бесполезно. Так, давайте возьмем тогда увеличение мощности ускорения, потому что, во-первых, у нас и у всех остальных, а это надо. Как раз на 4 гонки нам хватит, и, в принципе, все шикарно. Погнали. Я видел, как вы с Дадон Пар разговаривали. И, насколько я помню, это все еще свободная вселенная. Только потому, что она не устроена по-твоему. О чем вы говорили? Научные штуки, которые мы обсуждали, не твоего ума дел, тупица. Обсуждая всякие научные штуки типа двигателя суперсилы, ты не мог не захотеть себе такую силу. Да-да, с этим двигателем я наконец-то уничтожу. Не понимаю, о чем ты говоришь вообще. Выходит, ты нанял Завака, чтобы украсть его. Я правда такой предсказуемый? Metal Sonic, Завак, нам надо выиграть эту гонку любой ценой. Висп Секрет, зеркальный дурак, леди и джентльмены. Часики тикают, я должен сделать свой ход сейчас!
Прекрасный выбор, согласен, Тейлз. Твой выбор всегда шикарен, когда касается бухача. Правда, мне не нравится, что он такая... пластиковая. Вот это ускорение, детка! Без виспов я бы не сдобровался бы. Жрите! Так, вот реально, вы посмотрите, как карта преобразилась. Совершенно по-другому выглядит. Совершенно другая карта. Так, неплохо, неплохо. Давай, забирай всех. Ай, зараза! Так, гребаный замок. Можешь подвинуться. Давай-давай, Тейлз, ускоряйся! Вот это уже ускорение по-нашему, но впереди нас еще кто-то обгоняет. Давай-давай-давай. Так, отличненько. Забираем вкусняшечки. Вот тебе, Бегаста. Черт, меня украли. Наклз, дай ускорение. Да, самое время для команды суперсилы. Отлично. Вот это я называю ускорением. Давай. Наклз. Вот, смотри, какое даже синее пламя. Передаем. Собираем вкусняшки. Давайте, держите ракеты, мне они пока не нужны. Буст надо накапливать. Давай. Держите. Нам прямо везет, товарищи. Давай. Есть. Фу, не повезло. Мы третьи. Количество колец мы сколько собрали? Нужно побежать в каждом. Общий счет. Бонус на место команды. Бонус колец. Ну слушайте, бонус колец неплохо. Неплохо. Но здесь нужно первые места. Чтобы пройти, иначе не вариант. Или я ошибаюсь? Давайте следующая гонка. Пойдем. Будем действовать по нашему старому принципу. Динго Пати! Зеркальный туэк! Asta la vista.com. Так. Так, неплохо. Так, плохо запустил.
Ну, я почему, кстати, не стал выходить и перепроверять, потому что я не хотел тратить бонусы ускорения. Если вдруг мы не сможем с вами пройти, вдруг я просто, может быть, немножко подзабыл задание, мало ли. Призрак то, что надо. Прям идеально подобрал. Давай, есть! Ты уж извини, Бегаста! Надеюсь, я выстрелил правильно. Передаю. Вперед! Так, во! Я вижу тебя, Эмирус. Вот и все, Эмирус, ты в заднице. То есть! Чёрт, кто-то применил. То есть, я тебя подорвал, зараза, ты чё не падаешь? Так. Передаю. Надо наращивать сейчас суперсколость. Пропустите гения. Ау! Гребаный робот! Я его даже не заметил, такой стоит себе. Делайте выводы, вам нас не победить. Ай, зараза! Давай. Есть, погнали! Вперед! Труба зовет! Есть! Неплохо! Отлично, Тейлз! Здесь неплохо показали себя. Но если вдруг нужно будет в каждой, мы переиграем. Зато какая гонка! Так, смотрим, что у нас там. В принципе, неплохо. По кольцу, конечно, маловато. Значит, надо сделать так, чтобы у нас где-то было побольше колец, чтобы хотя бы ключик получить. Пока... Первый идем, но команда Роуз прямо идет... Нам дышит задницу. Точнее, не Роуз, а команда Бига. Погнали, следующий этап. Хаус, леди и джентльмены! Шикарная карта, зеркальный трек! И, конечно же, все прекрасно этим вдохновлены. Ай, зараза, ну ладно, ёж, ускоряй! Так, готовимся, сейчас будет жарко. Слишком много машин. Слишком много машин на квадратный сантиметр. Ау, черт, я слетел. Будешь как чайник, Тейлз. Так, ну-ка, не говори себе такого, Тейлз, это плохо для здоровья. Вот это я называю разгон.
Черт, поворот-то был с другой стороны. Вот мне нравится чем-то зеркальный трек, что здесь все в противоположном направлении. То есть я думал, мы по другую сторону. Вот. Так, нам кто-то сзади дышит. Так, поднимите проходы. Давайте, давайте, доктор! Давай, давай, есть! Давай, копим босс! Пока, Рузи! Эми нам не нужна сейчас, она слишком опасна для нас. Ау! Так, нам нужно хоть какое-то ускорение. Давай, 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 ёж! Можем двигаться вот здесь сбоку спокойно. Вот это, конечно, ускорение большое пошло. Вот это да. Давай, взяли. Прекрасненько. Я буду ее держать при себе на всякий случай. С нами вроде никто не едет, так что можем угонять спокойно. Вперед! Эту красоту я держу при себе. Я ее включу в случае какой-либо экстремальной опасной ситуации. Мимо! Я чую! Давай! Что? Я не знал! Надо прыгать. О, как вовремя-то! Посмотрите! Давай, Тейлз, собираем все. Так, сейчас собираем всю красоту. Я не забрал ее, не заметил. Согласен, Тейлз, яху полноценная. Так, давай. Почти, почти, почти. Да, вижу гигантский призрак. Спасибо за большой палец. Есть! Победа! Молодец, Тейлз. Ты наше пушистое чудо. Тейлз прекрасно справился с бухачом. Ну, это по-другому и быть не могло. Бонус колец, неплохо. Заметили, вот как вот я хорошо сохранил защиту. Я прямо чувствовал, что будут столбы, но я не чувствовал грёбаного электричества. А они случились практически одновременно. Это называется озарение. Как писал Наполеон Хилл. Рекомендую читать, реально, вещь стоящая. Ну что, такая вещь помогает. Но она помогает. Так, у нас осталась еще одна гонка уже обыкновенного формата. Hide on the wall, Connor, lady and gentlemen.
холодные бесстрашные треки. Много чао и много шикарных видов на любой вкус и смерть. Cool, I am so ready. That's what I'm talking about. You've done your homework. Да, Тейлс хочется домой. Ау, зараза! Так, ладно. На перегонки. О, давай, ускоряйся! В принципе, мы можем обгонять здесь спокойно всех пока что. Пока что гоним. Гоним спокойно. Гоним без проблем. Вот. Можно спокойно здесь двигаться. Вот, прекрасно. Так. Так. Давай-давай, есть! Да гусь сразу-то! В меня кидают, я в них кидаю, вы просто беда какая-то. Так. Сразу двоих за раз. Неплохо. Пока движемся спокойно. Я пока не вижу никаких столбов. Мы на четвертом месте. Гоним! Давай! О, прямо вовремя-то как взял! Прямо вовремя взял, по-другому и не скажешь. Кто-то, вот видели, колоды кто-то поставил. Давай-давай-давай-давай, есть, движемся, аккуратно ускоряемся, вперед, Тейлс. Черт, Вектор нам дышит в задницу. Принято! Такое можно было только на билеты сделать. Согласен. Черт, хотел назад. Рывок как раз то, что мне нужно, спасибо. Да не за что, Соник. То, что надо. Вперед. Собираем все, что надо. Ой, зараза. Тейлс, ты злой, я знаю. Да, аэродинамика в действии! Аэродинамика всегда в действии, Тейлс. Вот это хорошего выпуска. Так, вот это я возьму. Я почему-то чую. Вот это я возьму. Я почему-то чую, что сейчас выскочит какой-нибудь вниз, прибудет электричество.
Отлично, я же говорил, что будет сейчас что-то в этом духе, а? Я говорил. Слишком предсказуемо. Игра стала предсказуемой в этом вопросе. Отлично. Первое место, товарищи. Нет, ну это реально, вот почему-то игра начинает... Я начинаю чувствовать, что говорит игра. Буквально. То есть, ты видишь какую-то вот такую защиту, все, хватай ее, значит, что-то впереди будет. И вот реально случается. Не знаю почему, но вот прямо реально. Вот просто ты это чувствуешь. И победа чистокровная. Прекрасно. Завок, ты жалок! Единственное, в чем ты мастер, это в плохом вожделии! Наши соперники сильные, я это уважаю. Возможно, это они не сильны, просто ты слаб! Прикуси язык, Эрман, если он тебе дорог. Завок могуч! Я дам тебе шанс это доказать. А, займите первое место в командном гран-при. Но вот по совокупности, по-моему, очков мы не выполнили, кажется. Нет, не выполнили. То есть, меньше 225. Обидно, конечно. Но ладно, зато будет, что потом перевыполнить. Итак, движемся дальше. Смотри, что у нас по времени идет. А, в принципе, хватает пока еще. Давайте сюда теперь. Так, гонка на выживание. Выживи и останься в игре. Выполните одно из условий выше. Завершите гонку на выживание, не потеряв ни одного члена команды. Используйте командную суперсилу не менее двух раз. Командную силу не менее двух суп... Значит, нужно найти что-то, что быстрее будет накапливать. Хорошо. Так. Хватит притворяться добренькими! Обычная гоночка. Кого возьмем? Оружь хороша, конечно. Она механик. Мне механик нужен в данном случае. С другой стороны, это все-таки песочная... А, нет, здесь все-таки песочная гонка. Но здесь на выживание надо подстраиваться. У Блейз самые высокие показатели скорости. Но... Ну, Сильвер тоже как бы механик. Но у него самая низкая скорость. Управляемость высокая. Руш самая такая оптимальная. Ну, Майлз не такой самый быстрый. Давайте Руш возьмем сегодня. Мне она нравится, вы же ее знаете. Very courageous. Да, выбор хороший. Так, продлевает командную суперсилу. Вот это нам нужно с вами. Быстрая зарядка. Готово? Погнали. Не менее двух раз. Справимся. Возможно, тебе удастся вернуть к себе уважение, если выполнишь для меня одно поручение. Что ты задумал? Эта работа подойдет тебе лучше, чем работа гонщика. Сэндроу! Чтобы вас не отсели, держитесь во главе гонки. Так что, погнали! Уверен, задание Эггмана мне понравится. Вот это уже подход! Любуйтесь моей задницей, красавицы! Доктор! А, чёрт, хотел доктора попасть. Вот это уже по-нашему! Главное, нам выживать побыстрее. Омегач, вперёд! Да. Есть!
Вот сюда нам, пожалуйста. Эггман, ты сам напросился. Уруш, прекрасная управляемость. Вот это мне нравится. Эй! Это что еще такое было? О, доктор! Давай! Яш! Накапливаем бонусы. Мне нужны дополнительные. Хоть что-нибудь. У кого что-нибудь там есть? Шадоу, Омега, что вы там в конце мечетесь? Черт, оба выпали, гребаные идиоты. Такое ощущение, будто игра хочет меня прибить. Я увидел. Кто-то променил бисп скальпель. Вперед, Руш! Вот. Неплохо. Ой, зараза! Доктор! У него ракеты! Он забрал мои ракеты! Да уйди, олигофрат недоделанный! А, вот куда они их выстрелили. Мне повезло. Замок выбыл. Так, пропускаем их. Все равно от этого толку ноль. Есть, доктор, уйдите. Пропустите дамы вперед, пожалуйста. Вперед, Руш, на тебя вся надежда. Черт, он передал кому-то. Давай, Руш, берем отсюда. Так. Черт, не туда выстрелил. Давай, Руш. Давай. Есть! Мы лучше, но мы проиграли, потому что эти два идиота оказались в конце. По общему коэффициенту мы проиграли. Я ведь прав? Конечно, я прав. Well done. Мы на третьем из-за двух идиотов. Додон пропал. Бик, о чем ты говоришь? Ну, сначала они все были тут, а потом куда-то поделись. Но я думал, король хотел быть тут, а Эггман и тот другой не хотели, поэтому они исчезли. Похищение! Ты видел, куда они направились? Ну, куда-то? А что такое Final Fortress? Идем со мной, я все покажу. Final Fortress. Нет, ну мы как бы выжили и остались в игре. Но ключик мы не получили, что обидно. Но, как говорится, впереди нас ждут новые шикарные локации. Глава 7. Решающая схватка Final Fortress, где наши товарищи поливают
главное энергетическое ядро зоны. Но это вы увидите уже в следующем эпизоде. Ну а с вами был ваш доктор-работник, он же Альберт Вескер. Всем спасибо, кто смотрел этот эпизод. Лайк, комментарий и подписочка с вас, чтобы, как говорится, это видео продвигалось больше. Ну а чем нас больше на канале нас будут смотреть, тем больше, как говорится, подписчиков мы с вами увеличим. А чем нас больше, тем веселее. Погнали и до скорой встречи. Удачи! Deep Sonic Racing!